Всем большой привет! Начинаем новый влог. Посмотрите, какая красотень! Нас тут не оставили без внимания. За нами присматривают соседи. И представляете, сегодня сосед идет и маме кричит: «Нина Максимовна, идите, смотрите, я вам облепихи нарвал». Настриг. Мы такие прибегаем, и такой букетище нам, нате вам. Еще, говорит, надо будет, как оборвете. Я, говорит, вам еще настригу. Мы такие бежали, думали, у нас ведро облепихи сейчас будет. Ну, в общем, смотрите, у нас сегодня будет работа. Мы будем ее отсюда отрывать с каждой веточки. Но это, конечно, кропотливая работа. Но, тем не менее, вот эта красота кисленькая. Ой, прям настоящая облепиха. 100 лет не ела. Фу, кислятина. Ой, мама дорогая. Полный рот слюней. Так что вот такая красота у нас. Будем сегодня отрывать ее от веток. Вот такой букет. На самом деле прикольно, конечно. Но я бы не догадалась, что ее можно вместе с ветками отрезать, она стричь и вот так вот принести. Вот. Так что как только справимся, он говорит, мало будет еще. Принесу вам столько же. Видимо, она хорошо растет, веточки. Вот, разнообразие на канале, видите, новенькое что-то показала. А то я уж переживала, что пока я последнее окно домой, от меня последний подписчик уйдет. Скажет, надоело ты со своими окнами. Так что что-то новенькое, это всегда в радость. Девочки, сейчас утро, сегодня пятница, у меня по плану маска. И сейчас делаю патчи под глазки. Хочу маску на лицо и патчи под глазки. И смотрите, что я заметила. Сейчас попробую показать. Вот. Видите, я надавливаю. Вот откуда выходит. Жалко, конечно. Я сейчас патчи под глазки и маску на лицо вот вместе с вами. Уж я себя не показываю. Ой, прямо. Может быть, в какую-то круглую баночку, но это только дома я смогу в другую баночку перелить. Здесь у меня баночки пока все нужные. Так, и маску. Маски у нас вот тут. Сегодня, кстати, третья маска. Мы две уже сделали. Бяку, улиточка. Израильская. Черная. Магнитная маска, алоэ вера, гиалуроновая кислота, грязь мертвого моря. Давайте вот эту сделаем. 15 минут надо держать. С Израиля приезжала масочка. Так что давайте ее я сегодня сделаю. Масок еще много, я набрала их хорошее количество, чтобы был выбор. Даже если что-то приедет домой, по крайней мере, выбор будет. Ну и ночная вот эта вот восстанавливающая. Я ее два раза делала. То есть ее два раза, 2-3 раза в неделю можно. Вот два раза делала, получается, ее. А такую сегодня только третья будет. Ладно. Девочки, достала. Не могу не показать, потому что сейчас я на лицо именно вот этими вот пупырышками нанесу. И вы не увидите. Массажный эффект получается. Это вот реально пупырышки такие вот. Как знаете, на обуви делают тормоза. Вот. То есть получается, тут будет типа массаж лица, судя по всему. Сейчас я масочку поближе тоже прочитаю. Но сейчас на себя нанесу. Хотелось вот прям показать текстуру. Сделала я все как по инструкции. Это магнитная маска. Ну, я вам показывала. И вот магнитной стороной все правильно нужно было сделать, ну, по направлению к лицу магнитиками. 10-15 минут держать. Эти маски реже делаются. Обычно пишут 2-3 раза в неделю. На ней написано 1-2 раза в неделю. Вот. Желательно вечером, но сейчас день. Поэтому у меня получается днем. На улице пасмурная погода, солнца нет, потому что здесь гиалуронка. Я на это тоже обратила внимание, чтобы с кислотами маски не делать особо. Но не написано она для чего. Но я думаю, если гиалуронка, значит что-то для омоложения должно быть, да, для восстановления, вероятно. Вот она такая симпатичная, магнитная.
Ну, я все, что было в упаковке, я прям по шее, по декольте распределила. Вот. Поэтому лежу 15 минут, наслаждаюсь, поиграю в свою игру любимую. Вот. Возможно, сегодня еще гулять пойду с камерой, но не знаю. Мне, девочки, вы, кстати, пишете иногда такое. Если я что-то не показываю на камеру, это не значит, что этого не происходит. То есть, конечно же, я гуляю, каждый день гуляю. Я здесь не для того, чтобы мне там работать. Если я что-то помыла на камеру, это означает, как я вам и сказала, у меня, ну, как бы тяжелая была ситуация, и мне нужно было чем-то себя занять. То есть, вот физический труд, он помог отвлечься от того, что было в голове. Ну, я уже все рассказывала, не хочу я повторяться. Вот, поэтому, ну, надо было поубираться мне, вот, чтобы себя чем-то занять. Ну, сняла на камеру. Я думаю, тоже как мотивашка была неплохая. Все, 15 минут, уже 10 осталось. Я лежу и буду макияж делать. Сегодня Василек должен выйти. Я уже его загрузила, вчера весь вечер с ним занималась. Вот, так что вот разнообразие на канале. Смотрите, Василек. Сделала я маску. Вот поближе хочу я прямо эти пупырышки показать магнитные. Конечно, это, с одной стороны, не невидаль какая-то, но в любом случае не каждая маска имеет такой магнитный эффект. Мне понравилась маска. В первую очередь она дала очень хорошее омоложение, и кожа очень-очень нежная. Прямо трогать ее одно удовольствие. В пустых баночках ее еще раз покажу, поэтому разложила показать, чтобы, ну, высушить сейчас, чтобы показать в пустышках. И понравилась ее вот сама форма. Очень мягенькая, на лице ложится удобно, нет лишних складок. Как-то вот она никаких заломов на лице не делает. Идеально. Единственное, я люблю, когда маски, ну, хотя бы чуть-чуть область вот овала лица затрагивает, ну, чуть-чуть заворачиваются, ну. Тут нет, тут прямо ровненько, ну, вы видели по подбородочку. Ну, или фотографию вставлю. Прекрасная маска, очень понравилась. Прошлое делала залом, и мне это не понравилось. Это и прямо пятерка. Делала заказ в рандеву и заказала все на этот адрес. Так что сегодня приезжал курьер, я получила посылку. Хотела вам сейчас коробку показать, потом, как всегда, по привычке побежала за кремом для рук, чтобы нанести. Вот неделя брала новый сюда, уже неделя, сегодня 8-й день, как мы здесь. И по результату здесь уже его вот прям вот так. Девочки иногда спрашивают, как это так, у тебя так быстро кремы для рук уходят. Девочки, вот если сейчас не нанести, у меня кожа вот просто болит. Сейчас я вам попробую. Вот. Это я просто помыла руки. Вы видите, в каком состоянии, насколько у меня сухая кожа. Вот такая сильно сухая кожа. Поэтому руки, которые вы всегда видите, для этого нужны килограммы крема, чтобы вот сухую кожу напитать и увлажнить столько, сколько и необходимо. У меня настолько тянет кожу, что даже больно. Это просто я помыла руки мылом. И вот такая вот ерунда у меня происходит. Вот такая у меня кожа получается. Проблема с сухой кожей, это, конечно, огромная проблема. С жирной кожей не понять, что такое бальзам для губ уходит, когда, ну, упаковками. Сухая кожа — это беда порой. Вот поэтому сейчас нанесу и вам покажу коробочку. Да, нет, я сейчас не нанесу. Давайте я вам покажу коробочку, потому что я в отдельном ролике вам ее покажу. Вот. Вот такой большой заказ получается из рандеву. Я сюда же и Василек заказала. Кстати, смотрите, девчонки, Василек. Следующий заказ будет очень большой для родственников. Что-то покажу на себе, что-то на свекрови. Поэтому следующий заказ из Василька будем ждать сюда снова курьера. Так что мне кажется, будет интересно. Но самое смешное, что сюда-то я приехала с тремя чемоданами. Уеду, наверное, с пятью. Потому что если у меня здесь мои заказы будут умножаться, то поеду я отсюда, конечно, хорошо затаренная. Удивятся родственники, когда приедут, а мы тут приумножили свое богатство и добро. Села я поболтать, пока буду кремом мазать руки, хотя бы поболтать с вами немножко, а то надоела я вам каким-то поломытием, окнамытием. Ну да, на самом деле, вот когда
14 число, я понимала, что будет тяжело, поэтому 2 дня я постаралась как бы нагрузить себя немножко физической работой. То есть не сюда я приехала, как девчонки переживали, что ты туда шел окна мыть приехала. Да нет, дом такой большой, что здесь то, что я помыла 2 окна, это капля в море. А я действительно получила удовольствие от того, что делала, ну, что-то физическое. Работы-то на самом деле, знаете, сколько в частном доме можно грядки копать? На что у меня, кстати, рвется свекровь. Ну, я на грядках полягу, если я вскопаю грядки с моей спиной. У меня просто позвоночник, наверное, на этих грядках останется. Я пытаюсь биться, ее отговаривать, потому что ей потом попадет, если узнают ее дети, что она тут вскопала что-то. Что я хотела рассказать? Я в Магнит Косметик не попала на самом деле 15 числа. Почему? Когда собирала сливу, свекровь себе наколола вот в этом месте. Ну, вот рукой тянулась за сливой, и вот в этом месте наколола себе руку. Ровно через сутки. Я вообще, для меня это было удивительным, и она такого не ожидала. Вот как раз 14-го наколола, а 15-го она говорит, что-то меня дергает, прямо как-то опухло это место. Она вот так надавила, а там прямо гнойник уже. Хотя вот когда наколола и обработала, и перекисью, ну как положено, все сделала сраной. Мы так напугались, приложила она там алоэ веру, выдавила она, ну то, что там накопилось, выдавила, а... Так, это было не. Нет, это было 13-го, 14-го мы обнаружили, а 15-го не я в Магнит Косметика, а наоборот, вот мама в больницу пошла с рукой, потому что рука опухла, красная, воспаленная, дергать ее стала. Вот, поэтому у нас получилось, что 15-го она была, наоборот, по врачам, потом она там в аптеку. Город мало знакомый все равно, то есть она искала эту аптеку. Получилось так, что я была дома, наоборот. Путешествовала она, ну, вот таким вот методом. И в итоге сейчас она пьет антибиотики. Ей сразу там сделали укол от столбняка, взяли анализ крови, сказали, что кровь хорошая. И неделю она пьет антибиотики, делает примочки. И в пятницу, в следующую, она идет на прием. И если шишка остается, то, возможно, будут резать. То есть вот такое у нас горе-приключение получилось. Нам эта слива далась вот таким трудом. Ну, такими жертвами, да, получается. Ну, кто знал, просто наколола руку, кто вот. Обычно, ну, наколол, да, обработал рану, и все. А тут оказалась вот такая ерунда. И у нас 15 число ушло на вот больницу. Но это было важно. Так что живем дальше. А вот крема у меня прям реально, сейчас на свет смотрю, вот столько осталось. Но у меня есть баттер для тела, я буду использовать его, то есть пока все это есть. В крайнем случае здесь, в магазине, в тот же Магнит Косметик, все равно дойду. Последняя суббота каждого месяца, по-моему, еще скидки там бывают. Ну, может быть, вот попаду в последнюю субботу. Вообще, я сюда приехала не по магазинам, не по достопримечательностям. Я хочу гулять, вот я это и делаю. Я гуляю, дышу воздухом, смотрю на травку, слушаю, как блеют козы, поют петухи, кудахчут куры. То есть вот я наслаждаюсь тишиной и покоем. То есть вот это второй этаж, это полная гавань тишины. Я спускаюсь, мы там делаем какие-то дела совместные, что-то делаем. Сегодня облепиху будем, вот нам принесли ветки, я вам показала. Будем отстригать ягодки, потому что их отрывать, они лопаются. Получается, будем втроем сидеть и подстригать. Если получится, кусочек сниму. Вот, поэтому рандеву отдельно сниму. Василек ждем, придет он в течение, может, 10 дней. Поэтому Василек еще здесь будем снимать. Готовки нет, готовки не будет, потому что в готовке участвует больше мама. Я больше так на подмогах. И поэтому, как бы, ну, это не совсем правильно. Но если она согласится, может быть, где-то там что-то мы и снимем, я не знаю, но вряд ли. И домашние дела, конечно же, я больше... Ну, если и буду снимать что-то, но уже не так, как вот получилось те 2 дня, потому что мне это самой было необходимо, и я подумала, почему бы и на канал тогда не загрузить, если этим я занята. Вот. Прогулки я не буду уж показывать каждый раз, как я на тропинках хожу, листву пинаю. Ну, хотя, может быть, я и это сниму. То есть, ну, вот так. Не все попадает, конечно, в кадр, потому что и не одна, и не хочу. Вот честно, девчонки, порой просто даже эту камеру держать в руках не хочется, хочется от нее тоже отдыхать.
Поэтому вот что получается, то получается. Хотела сегодня макияж снять. Давайте я вам просто покажу. Палетка Catrice. Мне кажется, у меня это сейчас один из любимых макияжей стал. Очень нравится розовый. Мне нравится вот это платье, опять же, любимый Василёк. Оно еще есть в продаже до сих пор. Очень нравится. Оно широкое, вот и как для дома, под косуху, под джинсуху, под черную вот куртку. Восхитительно оно смотрится, мне реально нравится. И вот как раз макияж, когда что-то красно-розовое, мне кажется, тоже смотрится симпатично. Пока все наболталось, все рассказала. Может быть, макияж все-таки сделаю из того, что у меня здесь есть. Я кремом машу. Вот. А в отношении покупок, ну, конечно же, мы распакуем рандеву. Обязательно смотрите этот ролик. Там будут новые тени, которые мне покойнят. Во, может быть, с ними и сделаем макияж. Да, точно. Там палетка, правда, ее уже весь YouTube, наверное, показал. Ну, по крайней мере, большинство. Палетка от Эвелин, их новиночка. Я только ее впервые в руках буду держать. Но вот можно ей и сделать макияж, и я немножечко отдохну от своего Project Pen. Хотя я от него и не устала, мне там очень нравится. То, что у меня есть. Для разнообразия, видите, болталка, болталка. Может быть, еще пострижем с вами облепиху в этом ролике. Ну, качель скрипит. На качели я не показываю, как я качаюсь, даже если с кофе. Но она скрипит. Я не знаю, как ее смазать и чем. Вот, если только подсолнечного масла в нее везде там поналивать. Вот, пока пусть скрипит, ладно. Она нам не мешает тут во дворе. Все, девочки, пока наговорилась. Пожалуйста, смотрите Василёк. Это новенькое что-то у меня на канале. Поэтому обязательно-обязательно смотрите то, что выкладываю. Стимулирует, конечно, когда просмотры падают. Я понимаю, что это не все, что, ну, не то, что сильно интересно, но тем не менее, все равно это немножечко огорчает. Поэтому приглашаю вас к просмотру каждого ролика. Все, пока, всем пока. Но влог мы не заканчиваем. Мы еще что-нибудь обязательно сегодня вытворим, сотворим и натворим. В процессе работы давайте покажу, как облепиху собираем. Ножницами. Отстригаем с веток ножницами. Сейчас я вам покажу. Подожди, я хорошая, то возьму ветку. Сейчас, подождите, мы возьмем самую красивую ветку. Самую красивую, чтобы уже продемонстрировать. Красавица. Вот и стрижу. Ее ж невозможно ни с куста, ни как она. Ну, в общем, прошел у нас час. Пока, я думаю, тут еще часика на два. Но справимся. Если не больше. Да, если не больше. Вот, вот кучка. Ну, ничего. Зато зимой будет облепиха. Ни по без труда не вынешь рыбку из пруда. Да. Так что трудимся. Так что у нас рыбалка полным ходом. Ну что. Все, заканчивается. Заканчиваем. Последняя веточка. Да, последняя веточка, последние ягодки. Все. Здесь у нас куча. Там у нас куча. Одолели, одолели, одолели. Так что вы будете с облепихой зимой. Слышали? Вы будете с облепихой зимой. Да. Клюквой, бабушка, мама на этот раз за клюквой не сходила. Нельзя мне зато, с ногами. Зато у нас будет облепиха. Зато будет облепиха, вот хватит вам. Видите, да. Какие мы молодцы. Мы ее сейчас помоем и в морозилку. Когда мы поедем, захватим. Ну, конечно.